Британская телерадиовещательная корпорация BBC готовится объявить о своих планах по расширению работы Всемирной службы BBC, BBC World Service, в частности, о возможном запуске спутникового телевещания на русском языке, пишет газета Guardian со ссылкой на источник в компании. Предложение по расширению Всемирной службы BBC, как ожидается, в понедельник представит генеральный директор компании Тони Холл, Тони Холл. В пакете предложений, о которых намерен заявить Холл, представлены проекты по запуску службы телевизионных услуг на русском языке, а также по увеличению присутствия компании в видеохостинге Рутюб и по выпуску новостных передач для ряда восточноевропейских государств. Компания утверждает, что возможное расширение касается демократии и свободы прессы. Это должно быть приоритетом страны. Другие новостные компании развиваются глобально, и многие из них не разделяют наших традиций и ценностей. Мы глубоко привержены поддержке демократии в мире с помощью точных, беспристрастных и независимых новостей. Больше не должно быть стран, недоступных для World Service, заявил изданию источник в BBC. Помимо запуска службы телеуслуг для русскоязычных пользователей, компания может открыть ежедневную новостную радиопрограмму для слушателей из Северной Кореи, а также расширить свое присутствие на Ближнем Востоке, в северной части Африки и укрепить службу на арабском языке местным контентом. Как отмечает издание, о возможном расширении BBC планирует объявить в то время, когда растут поддерживаемые государствами конкуренты, такие как Аль-Джазира, RT и CCTV.